Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Umidigi Power сделать сброс экрана блокировки в случае, если вы установили себе пин-код, пароль или же графический ключ, и, к сожалению, вы его забыли и не можете разблокировать свой телефон. Что же вам делать в таком ситуации? Зажимаем в первую очередь кнопку включения, выключаем наше устройство, затем зажимаем кнопку, комбинация клавиш, кнопка включения, кнопка громкости вверх на несколько секунд. Попадаем в такого рода меню. В данном меню используем кнопку громкости вверх, чтобы перемещаться, и кнопку громкости вниз, чтобы сделать выбор. И выбираем первый пункт Recovery Mode. Затем, после того, как на экране появляется такой вот робот-андроид и под ним сообщение «команды нет», зажимаем кнопку включения и нажимаем кнопку громкости вверх один раз. В следующем меню используем кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор, и выбираем пятую опцию «Wipe Data Factory Reset», и затем подтверждаем ее, выбрав «Yes». После того, как появляется сообщение «Data Wipe Complete», здесь выбираем первую опцию «Reboot System Now», и после этого наше устройство будет перезагружено в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!